Всем привет! Хочу рассказать о своей покупке. Приобрел камеру наружного наблюдения. В принципе, вот такой вот формы с расположенным креплением снизу, с встроенными светодиодами, которые светятся в темноте. В данном случае вот так вот. Имеется датчик освещенности, датчик движения. По размерам немного больше купольной камеры, но не самая большая. Провод имеет выход в задней части камеры. Также имеется на небольшом расстоянии от камеры пульт для небольших настроек. Пульт по сравнению с проводом значительно толще, соответственно, отверстие нужно сверлить примерно 2,5 сантиметра. В данном случае провод не спрятать, так как он не кронштейн не имеет канала в себе, и провод выходит отдельно. Это, в принципе, довольно большой минус. Плюс, точнее, минус у данной камеры еще один: крепление затянуто, но при этом оно гуляет. Буду пробовать что-то переделать или затянуть еще сильнее. Камера имеет фокус на расстояние 3,6 мм. Что могу сказать еще из плюсов? Стекло, расположенное, закрывающее светодиоды, отдельное от стекла, закрывающее линзу. Соответственно, блик от светодиодов ночью не будет создавать проблем для линзы. Описание камеры можно найти будет ниже видео. Это моя вторая камера. Первую камеру по цене была примерно в 2 раза дороже. По размерам была значительно больше. Как минимум наполовину больше. Выглядела массивнее, и у камеры крепление было расположено в задней части. Кронштейн имеет канал для провода, соответственно, провод можно спрятать, и его не будет видно. Описание второй камеры также можно будет найти, постараюсь выложить. По качеству картинки могу сказать, что значительно хуже, чем у IP-камер, так как приближение для более внимательного изучения, скажем, номера машины или человеческого лица составляет затруднение. Спецификацию этой камеры и второй для сравнения постараюсь выложить. Если будут какие-то вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Спасибо.